Теперь мне прислала Регина Исламова, видите, я даже специально. Я эти вопросы не выдумываю. Это она написала. Вот ее адрес. Вот. Это было совсем недавно. 2 дня назад. Озаглавила мошенники. А почему она обзывала мошенники? Хотите сказать? Внимание, потом подробнее, но для начала, внимание, смотри сюда. Узнаете эту рожу? Ой, извиняюсь. Это лицо. Ну как, а? Вот эти мошенники мою физиономию использовали для рекламы. Вот. Вот сюда, если нажать. Я решил так, я могу сюда нажать, и мы долго будем упорно говорить. Коротко. Итак, естественно, что в этом горшке вот такая вишня в таком количестве, а там цифры есть, такие страшные цифры, ниже, вот, плодоносить не может. Вот. И вот сейчас я вам раскрою, это все с их сайта. Они, это все рассчитано на дураков, мошенникам нужны дураки. Давайте по порядку. Естественно, что на всей планете такого нет вообще, близко даже, и быть не может. Почему, сейчас поймете. Ну, уже понятно, что ни один горшок не выдержит такой тяжести. Он сразу опрокинется. А здесь его никто не держит. Но это так, слово. Его просто нарисовали. Рисунок. Нас дурят уже рисунками. Ну, понятно. А почему моя физиономия? А потому что вы зайдите в интернет, она везде и всюду. Они первые это, назвали меня Самойловым и омолодили немножко. А вообще, это просто, ну, не свою же им фотографию вставлять, там, мошенников. Смотрим внимательно. Почему? Люди могут поверить всему. Как, кто это говорил, я забыл. Чем сильнее ложь, тем больше в нее верят. И вот я вам покажу еще мошенников, которые были рекордсменами. А это мошенники из мошенников. То есть они поставили новый рекорд. Внимание! Я должен это в них ноги вытереть. Они это заслужили. Они заработают на вас. Потом люди верят. Не миллионы, миллиарды, потому что, итак, смотрите, более 15 лет разработок, ну это может быть, да, больше 100 миллионов садоводов доверяют, это значит, что, чтобы доверить, это 100 миллионов садоводов уже купили у них саженцы, вы представляете, у нас, а это на русском языке, это русский сайт, это значит, что у нас вся Россия покрыта этими плодами, слушайте дальше, я вот это поразился вот этой наглости. Мини-деревья Экодара требуют 10 раз меньше света. Я сижу и думаю, я сошел с ума. Ну, мошенничать можно, да? Обмануть можно, мало ли что. Вот. Я тоже в какой-то степени обманщик. Я же, когда вам показываю плоды, я же выбираю самое крупное из дерева. Так же? Это в какой-то степени обман. Ну, признаю, ну, извините, кушать хочется. Но здесь они написали, мини-деревья требуют 10 раз меньше света. Я думаю, что такое в 10 раз меньше света? Это получается экономия света. Ну тогда, а потом ниже я прочел. Их выращивать-то надо на подоконнике, но на этот момент я еще не мог понять, где света? Солнце же не закроешь. Тогда получается в тени. Вот. Но требует меньше. Ну я наоборот знаю, что чем больше солнца, тем больше урожая. Если бы вот это было реальностью, вот это вот, то без солнца вырастить невозможно. 10 раз меньше света. Что за идиотское слово-то? Я тогда полез в интернет. Вот видите? Я полез в интернет. Сейчас еще. А, еще по порядку давайте. Легли многолетние в основу. НИИ сельского хозяйства РАН. Я полез смотреть. Нету такого НИИ. Нету. Ну ладно, придумали, ладно. Тогда я полез. Что такое 10 раз меньше света? Я тогда думаю, господи, да что же это такое? Если это все-таки квартира, там ниже пойдет речь о подоконники, если все-таки квартира. Это надо свет выключать. Представляете? Выключить свет, фотосинтеза нет. Это что за... Слово-то какое-то. Что за идиотское это? Что за подлое это самое? Ну, уже другого примера не придумали, как экономить на свете. Как он будет в темноте? 10 раз меньше. Ну, это что, рук уже не видно. Ну так, нет, вот хоть как, я уже, все, я же немножечко, и у меня же были эти самые победы на олимпиадах школьных, по физике, по химии, я же маленько-то разбираюсь. Ну, ладно, это еще не все. Итак, ребята,
До 4 урожая в год. А там выше идет инструкция. Там семечко садишь, и через 3 года снимаешь урожай. Ну, там что-то там, я уже забыл. От нескольких ведер. Вот. Да, по-моему, что-то 10-15 килограмм. Ну, вот горшочки растет, да? Семечко. Через 3 месяца. Через 3 месяца, наверное, его надо убрать урожай. И он тут же зацветет снова, потому что через 3 месяца еще один урожай. А через 3 месяца еще один урожай. А через 3 месяца еще 4 урожая в год. Ёлки-палки. Это не то, что не Нобелевская премия. Это должно быть так, как первого космонавта, что едет вот это, там написано 15 лет инновационных, то есть это, селекционных работ. Вы представляете, друзья, едет какая-нибудь, как у нас же, какая самая дорогая машина Путина не ездит, да? Вот, и там густо сидит эта группа этих самых, которые 4 урожая в год научились. Вот, да, там 10 умножить, это 40-60 килограмм с этого горшочка. Вот, и они едут по улице, Триумф, у них Нобелевская премия, все премии. А люди кидают им под машину, она едет по Москве, например, перекрыты все дороги, все движения. Едет эта группа счастливая, ну так, как первые космонавты, помните? Так же, примерно. Какие-то листовки падают с неба, там все это самое. Вот, и все бросают цветы, город цветов им под ноги. Наконец-то все. 4 урожая в год. И вот это все за чистую монету. А вы знаете, уважаемая дама, которая мне прислала это все, я же еще до вас уже видел эту рекламу. Почему? Потому что она маячит везде, куда ни сунешься. Они хорошо заплатили что за эту подлость. Ну, а теперь вот, пожалуйста, Москва, улица Новониколоямская. Вот. Я знаю так, у нас нет обратной связи. У нас можно миллиард украсть, и тебе еще это уважать будут. Когда эта кассирша 20 или 3 миллиона украла, знаете, что было? Вся страна ей сочувствовала и переживала, не поймали бы. Это ее зарплата, если бы ей выплачивали нормальную зарплату, она же не молодая. Вот. Она просто свою взяла, а ей сидеть теперь лет 10-15. А вот тут наоборот. Вот они обдерут страну, всех у нас самое страшное в нашей России, наше российское качество, мы все мечтаем о национальной идее, это доверчивость, миллионы, десятки миллионов людей доверяют вот эти вот, вот такие вот, и получается, обдерут как липку, и не придет туда спецназ, и не выломают двери, и пока не это самое, и не хотя бы спросят, хотя бы участкового послали, чтобы сказал, покажите мне это деревце, хоть одно в горшке. 4 урожая в год, это значит, и зимой будет урожай давать. Это вишня-то. Ну что, нормально поговорили? А может быть, кто знает, что же мне делать-то, я не знаю. Так, Александр Валерьевич, и вот этот кусочек тоже бы надо. Я вас замучаю. Так, ладно, вот... Это были рекордсмены, мошенники, рекорды. Вот это вот. Она сейчас. Я же только набрал, да, смотрите. Только набрал. Вот она светится. Видели? И это на всю страну. И не придет никто не это. Ни мошенничество в особо крупных размерах. И тут миллионы, десятки, сотни миллионов вынутые деньги из кармана. О, как вы умеете работать, мошенники. Я думал их рекордсменами. А до этого рекордсмены были вот эти. Абрикос колоновидный. Помните, я сколько уже вытирал ноги. А нарисовали, а художник же не знал. А они же тоже не знают. Продавцы-перекупщики. Это все из южных стран идет, да? Вся эта дрянь. Ну, там это брак к нам. Ну, так же, как отравленное мясо к нам присылают. Отравленные фрукты. К нам присылают саженцы дебильные. Вот. Естественно, что ни один из них не выживет. Но они, что интересно, они когда делали рекламу, они, хозяева этих саженцев, они не знали разницу между абрикосом и персиком. Они сказали художнику, нарисуй. Он нарисовал персик. А они не заметили, хозяева вот эти специалисты. А я позвонил, говорю,
Ради бога, кто-то взял трубку, я говорю, я Железов, то есть я решил по-другому пойти, не как дурачок этот, как его, покупатель, которого дурят, не дурачок, у нас получается, мы все дураки, раз мы страну развалили, ну и так далее. Так вот, я набираю трубку, говорю, тут же есть телефоны, вот. И говорю, вы мне, а прислали этот самый, прямо на поселок адрес, прямо заказное письмо пришло. Представляете, вот с этой вот мне, Железову, пришло заказное письмо, видите, оно помятое, это этот самый, из конверта достата, не из компьютера, а из конверта я достал. Вот, мне Железову прислали, ну, видимо, раз садовод, фамилия на слуху, чтобы я у них вот это купил. Мне Железову прислали и написали, 42 градуса выдерживает абрикос. О том, что нарисовали персик, они даже сами не догадываются. Вы представляете? Вот это да, вот это были рекордсмены. Сейчас новый рекордсмен появился. Внимание, то есть эти. И тоже никто их не посадит. Вот сюда, по этому адресу, надо срочно спецназ. Вот так я вам наговорил. Но я не виноват. Почему? Потому что мне прислали вот эту самую... Ну, то есть, это письмо пришло, где написано, Валерий Константинович, ваша это самое, физиономия используется мошенниками. Далее. Сейчас я попробую вот сюда нажать. Я почти забыл, что здесь. Это я давно готовил это. Вот эту ссылку мне тоже прислали. А, все вспомнил, о чем речь. Прислали еще один, кто-то бдительный товарищ. Все-таки нам доверчивым лишняя информация не помешает. Почему? Потому что все на слуху. Вот этот вот сайт, он буквально лезет в глаза, и лезет в глаза, и лезет в глаза. Ну, нажал я, раз уж так получилось. Так, глоток чаю, пока он включается. Вот. Абрикос королевский. Мы же не зря показывали. Вот это он такой был, кстати. Людмила, у вас он немножко другой получился. Ну вот это мой. Итак, фотография моя, а тут дорогие клиенты, и давай это самое, дурить нас. Вот. Дурить. Тогда я нажал на ссылку. Что я вижу? А, нет, надо было немножечко не сюда нажать. Сейчас. Возвращаемся обратно. Так. Вот, обращаемся обратно. Так, где-то я тут нажимал. Ну ладно, попробуем сюда нажать. Нет, не тут, не сюда. Садовый центр где-то. Ну, так. Ну, если вот сюда нажму, правда, я уже забыл, куда нажимал. Так. Ага, вот они. Итак, они продают якобы саженцы абрикосов. Ну, я начинаю листать. Это вот. Ага, вот он мой. Это моя фотография. Так. И вот эта фотография, узнаете? Вот, еще один, вот здесь написано «Сады России», но я точно знаю, что «Сады России» его, это не их фотография, это точно, 100%. То есть они, нарисовав здесь вот эту самую, как это называется, короче, нарисовав здесь вот эти два слова «Сады России», они как бы присвоили себе право на эту фотографию, якобы у них растет, но это не их, вот. И, естественно, что вот это, и не хозяев сайта. Возвращаемся. Я опять набираю «Академик Абрикос», фото, это я. И сделал фотографию прямо с экрана. Итак, как он попал сюда, смотрим, видите? Вот, как же, вот им лень взять вот эту фотографию, чтобы не светиться. Вот эту, что же «Академик», вот, правильно? Нет, первый уже от лени, дальше уже не идут. Ладно, вторая, естественно, академик тоже. Узнаете? Железова, ладно. Смотрим дальше. Я тогда набираю этот. Мне еще, знаете, что интересно стало? Насколько они, с другой стороны, глупы, но еще глупее ищут. Я набрал абрикос Элизабет Колновидная. Почему? Когда я вот сюда нажал, а дальше идет похожие фотографии, а вот этих я обнаружил штук 70,
То есть самая популярная. Вторая моя. Даже обидно, что не вот. Вот. Мою воровали реже. Раз 50. То есть где-то на 50 сайтах она это самое выдает за свои. Так. И почему я говорю? Это ликвидация без ликбез. Вот. И что я это самое в одном месте, там где. То есть она, большинство называет правильно, академик, большинство. А меньшинство выдумывает свои названия. Свои, личные. Помните, как мой этот самый Серафим Тимирязевская академия переименовала? Да. Фотография моя, написано «Успех». Свой вырастить не смогли. Вот. Мой Серафим стал, поменял даже название. Вот, ладно. И тогда я прочитал здесь, на одном из 50 этих самых сайтов. Ясно, что они продают фальшивки, это 100%. Я написал, прочитал, там было написано, абрикос Элизабет колоновидная. Я набрал абрикос Элизабет, слово колоновидное выпало само. Тогда я, значит, открываю и смотрю, опять. Это разве колоновидное? Это академик. Почему сейчас говорю? Вас будут дурить в чем? Это тоже мой академик. Только мой опять уступил первое место чему-то. Вот. Он рядом с колоновидным и не рос. Ну и смотрим остальные. Где вы видите колоновидный абрикос? Вот таких фотографий, похожих на колонну, вот, я вам только со своего сада полсотни наберу. И получается так. Друзья, это я случайно же, когда набирал, любовался, думаю, кто еще фотографию украл. Она стала колоновидной. Уже вот она колоновидная, вот это. Вот. И я вам говорю, на всей планете нет ни одной колоновидной, не только, нет, это не так, склонение не то, нет ни одного колоновидного абрикоса, ни одного абрикоса.